Приветствую вас, друзья! Вы на канале Трубадур Микс. Сегодня по вашим просьбам мы с вами разберем канал блогера Асхаба Тамаева. В этом видео увидите обзор на этот канал, а также расчет приблизительного дохода с монетизации на YouTube. Приятного просмотра! Так как никакой информации о себе Асхаб Тамаев не указал на канале, кратко расскажу о нем. Асхаб Тамаев – спортивный видеоблогер, самый молодой и один из самых известных бодибилдеров. В свои 18 лет парень получил прозвище «Чеченский Халк». Родился 30 апреля 2001 года. Начал заниматься спортом с 9-летнего возраста. Ну и как вы понимаете, контент на его канале посвящен различным боям. Видео на канале выходит несколько раз в месяц. Последний ролик был загружен один день назад. Мурат встретился с Тамаевым. Жесткий разговор, встреча в Дагестане. И данный ролик уже набрал 1 700 000 просмотров. Самый первый ролик на канале появился 2 года назад. Тамаев против Эдварда Билла. Ролик набрал 2 100 000 просмотров. Самый популярный ролик на канале появился 3 месяца назад. Хасбик vs Абдурозик. Пресс-конференция перед боем. Ролик набрал 14 миллионов просмотров. На втором месте ролик набрал 9 200 000 просмотров. И третий по популярности ролик набрал 8 900 000 просмотров. Давайте воспользуемся сайтом Social Blade и посмотрим более подробную статистику Асхаба Тамаева. Итак, на канале всего 50 видео и 2 250 000 подписчиков. Суммарное количество просмотров 144 716 000. Страна регистрации канала не указана. Дата регистрации канала 3 января 2019 года. Оценка канала B+, выше средней. За последние 30 дней на канал подписалось 100 000 зрителей, что на 28% меньше предыдущего периода. Контент посмотрели 12 421 000 раз, что на 10% меньше предыдущего периода. Очень хорошие показатели, даже несмотря на то, что немного просел канал в сравнении с предыдущим периодом. По статистике за последние 30 дней ежедневно на канал подписывалось 3330 зрителей, а количество просмотров в день составило более 414 тысяч. Средний заработок в день составил от 104 до 1700 долларов. В таблице также представлены показатели за неделю и за последние 30 дней. Смотрим далее. Статистика в графиках показана с апреля 2019 года. Как видим, в мае этого года канал очень-таки хорошо стрельнул и было более 46 миллионов просмотров и 1 миллион подписчиков. Вот это да! Такого я еще не видела, чтобы за один месяц на канал подписалось 1 000 000 зрителей. Это очень круто. Ну а в последние месяцы на канале в среднем было по 11-12 миллионов просмотров ежемесячно и по 100-120 тысяч подписчиков. Давайте заглянем в прогнозы для этого канала и узнаем, что ожидает его через год. По мнению Social Blade, если канал будет развиваться такими же темпами, через год на канале будет более 7 миллионов подписчиков и более 443 миллионов просмотров. Перейдем к финансовой части и рассчитаем приблизительный доход канала с монетизацией на YouTube. Делаем это не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а для того, чтобы понять, как развивался данный канал и к каким результатам он пришел за 2,5 года работы. Как показывает Social Blade, доход за последние 30 дней составил от 3100 до 49 700 долларов. Почему такая разница? Все зависит от того, в какой стране этот контент просматривали. Как вы понимаете, в странах СНГ и ближнего зарубежья доход от монетизации близок к минимальной отметке. Давайте рассчитаем минимальный доход канала. Итак, как минимум канал по сегодняшнему курсу доллара заработал за месяц 226 977 рублей. Но так как реальный заработок канала от монетизации в среднем в 2-3 раза больше минималки, получится, что заработок канала за последние 30 дней составил около 678 тысяч рублей. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Всем пока!